Большая Балашиха Лайф. Новости. Министр строительного комплекса Московской области Сергей Пахомов вместе с главой городского округа Балашиха Евгением Жирковым встретился с дольщиками ЖК «Алексеевская роща» корпуса 7 и 8, которые в течение нескольких лет не могут получить жилье. Приобрела собственность в 2013 году, в конце 2013 года, обещал застройщик очень приятную дату сдачи, первый квартал 2014 года. Соответственно, сроки сдачи переносились, и когда вот прошлым летом было объявлено, что, к сожалению, денег нет и не будет. Лично я, когда покупал квартиру, уже знал, что он будет проблемный, но как обозначал прежний застройщик, то есть «Севморшельфнефтегаз», говорил, что финансовые проблемы, которые у них возникли, они будут решаться как, в ближайшее время. Но в связи с тем, что неоднократно мы общались с генеральным директором компании, лично мне и всем дольщикам стало понятно, что застройщик в дальнейшее время вряд ли приступит к строительству объекта в связи с тем, что отсутствуют финансовые средства и взять их, по большому счету, неоткуда. Объект в течение долгого времени находился в числе проблемных. Сегодня в тесном взаимодействии правительства Московской области и администрации города решение найдено. И действительно, самое сложное на сегодня было найти инвестора, застройщика, договориться об условиях освоения, продолжения освоения этой площадки. Ведь одно дело осваивать пустую площадку, другое дело достраивать за кем-то. Когда предложение было сформировано, договоренности с потенциальным инвестором были достигнуты, доложили губернатору, он выслушал и одобрил наше предложение. Заходит на дострой этого объекта компания «Гранель». Компания будет достраивать этот объект в течение почти полутора лет, и к концу 2017 года люди уже получат свое долгожданное жилье. Мало того, что сама застройка сбалансирована, так она еще и решает две серьезные проблемы для городского округа. Прежде всего, это достройка проблемного объекта, так называемая «Алексеевская роща» с красивым названием, и расселение ветхого аварийного жилья. Подробнее о работах, которые планируется проводить в жилом комплексе, состоящем из двух 17-этажных домов, рассказал генеральный директор «Гранель Девелопмент» Вячеслав Шихов. В первую очередь, что нам нужно сделать? Это провести экспертизу на безопасность вот этих строений, потому что дом простоял 3 года. Корректировка будет однозначна, плюс поменялись нормативы различные по пожарным вопросам. Это тоже будет корректироваться. Ну и, как сказал, где-то примерно через 3 месяца мы начнем строительство уже в полном объеме. После экспертизы для себя мы ставим сроки ориентировочно 12 месяцев. Поэтому, как и сказали, что это окончание строительства 3-4 квартал 2017 года. Вера Безгина, Виктор Демин, Роман Суслов. Большая Балашиха Лайф. Большая Балашиха Лайф. Новости.